Федеральная программа формирования комфортной городской среды в этом году дала возможность Славянскому району выполнить благоустройство нескольких дворов, многоквартирных домов и общественных территорий. Особенностью реализации проектов является непосредственное участие в них самих жителей в сотрудничестве с местной властью. В этом году в программу включены 7 дворов и территория будущего молодежного сквера на углу улиц Красной и Школьной. По результатам проведенного социологического опроса, славянцы решили разместить на месте демонтированного устаревшего аттракциона современный сквер. Парк «Лесная прогулка» долгое время был местом, вызывающим неодобрительные отзывы жителей Славянска на Кубани. Расположенные в низине тропинки с осени по весну были затоплены водой, да и сам аттракцион давно находился в аварийном состоянии. С февраля 2017 года у этого места началась новая страница жизни. Демонтаж старых конструкций, планировка участка, создание проекта ливнеотведения. Ход работ власти города и района отслеживают постоянно, ведь это одно из центральных мест Славянска, и оно должно соответствовать высокой планке, которая была взята при строительстве таких объектов, как зона отдыха у озера в Северном парке, Аллея любви и другие. Глава района Роман Синеговский, общаясь со специалистами управления архитектуры и строительства, а также с подрядчиком, отметил, что необходимо не просто сделать новую зону отдыха, а создать и единый архитектурный ансамбль с уже имеющимися объектами. Ну, в целом, как дела? По срокам, когда планируешь? Месяца два сделаешь? Я даже думаю, раньше. Стоит отметить, что при планировании парка продуманы условия для сохранения имеющихся деревьев. К ним добавятся декоративные кустарники и цветники. По схеме благоустройства здесь будут пешеходные дорожки из плитки, скамейки, небольшая сцена для проведения молодежных и детских праздников. Основные работы планируется завершить до конца осени. В полной мере насладиться новым сквером можно будет уже с наступлением тепла 2018 года. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».